за всю программу я наконец-то услышала взрыв и вот этот вот душевный ураган, да? Спасибо, Чоршанбе. Я давно уже слежу, смотрю этот проект. Я очень хотел, очень мечтал участвовать в нем. Узнать мнение жюри, что думает обо мне. Должен ли я петь дальше? Этот проект не похож на других, как бы. Это очень масштабный проект. Я очень хочу подниматься, работать, чтобы все знали, о чем я пою, что я пою, что я могу дать им. От этого проекта зависит. Если все, то так тоже можно сказать. Те, кто поет, те, кто занимаются музыкой, они все хотят, чтобы пришло время, чтобы они тоже стали там знаменитыми. И я тоже хочу очень это. Да, очень волнуюсь. Но думаю, это не так уж важно. Важно то, что как ты выходишь, как ты выступаешь. Мне было очень сложно выбрать песню. И потом уже как-то решил, что нужно делать что-то новое. Я не только могу там свои народные песни петь, могу в этом стиле тоже могу петь. Все мечтали как бы попасть сюда в гранд-финале, а я вот сегодня здесь, сегодня буду выступать, и это уже победа. Che dove il mare luccica e dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, te voglio bene assai, ma tanto bene assai. Чоршанбе Аловатов, Таджикистан. Когда я услышал первые аккорды и слова песни, я даже подумал, что, по-моему, ошибся с объявлением. Чоршанбе, сегодня ты открылся для зрителей и для всех нас с новой стороны. Ситора, что вы думаете об экспериментах Чоршанбе в музыке?
Я была сначала удивлена, думаю, боже, это же не почерк Чоша Амвэя. Я слушаю все его песни, я смотрю все его клипы. И когда он начал на таджикском, ну его мелизматика, на каком языке он не пел, у него таджикская красивая мелизматика. Шикарный номер. Спасибо большое. Нурлан. Я словно орел парил над Памирскими горами. Спасибо. Спасибо, Нурлан. Алаудин. Я, вернее, мы очень счастливы, что подарили Чош Амвэя золотую кнопку, и он оправдал наше доверие. Я ему скажу, твори во имя света и любви. Спасибо огромное. Спасибо. Гульнур. Очень яркое выступление. Вот, Чош Амвэя, вы своим голосом переносите людей в другой мир. И это прекрасно. Спасибо, спасибо вам. Чош Амвэя, пару слов вашим болельщикам. Спасибо большое, огромное. Я очень рад сегодня выступаю в гран-финале. Дустони азиз, дустон барударо. Барой ману усты, токи ман голуби. Амин узмушал. Ташакур. Рахмет. Это гран-финал шоу «Центральная Азия ищет таланты», и мы в прямом эфире четырех стран Центральной Азии. Это значит, что вы можете проголосовать за Чош Амвэя прямо сейчас. Отправляйте 02 на 5021. Спасибо, Чош Амвэя. Удачи. Спасибо.